тест сложнее не стал, он будет по-прежнему такой же справедливый и позволит оценить добросовестно каждого абитуриента. Есть все возможности еще для абитуриентов, если они их не использовали, то и воспользоваться. Мы, кроме бланочного репетиционного тестирования, предоставляем возможность онлайн-репетиционного тестирования. Сейчас еще проходит третий этап, поэтому абитуриенты могут выявить свои пробелы в знаниях. Конечно же, отработать заполнение бланка, теста, исправление ошибок, для того, чтобы уже на самом тестировании полностью посвятить себя ответу на задание. Но если говорить про особенности проведения ЦТ в условиях непростых пандемии коронавируса, будет соблюдаться дистанция. Предложим доработанную систему регистрации на централизованное тестирование, которая также направлена на то, чтобы абитуриентам было удобно это делать, не выходя из дому, воспользуясь компьютером или смартфоном. Можно будет проводить всю процедуру записи на централизованное тестирование в своем личном кабинете, проводить коррективы, выбирать предметы, пункты тестирования, отслеживать там статус оплаты. Если что-то нужно будет оперативно менять, и все это не потребует большого времени и каких-то там согласований, все это можно в онлайн-режиме делать. Ну, единственное, что, конечно, надо будет все-таки прийти, подтвердить свои сведения и свои записи личной подписью и получить пропуск на централизованное тестирование. Но на будущее мы надеемся, когда у абитуриента появится личная электронная подпись, то в будущем ему и это также не понадобится. То есть все можно будет делать, не приходя в пункт записи.